очень продуктивный день. Я встану пораньше, сделаю зарядку, скушаю что-нибудь полезное, прочитаю книжку. Да. Опять весь день зря прошел. Лен, мусор выкинь, ну? А, конечно, это все выкину. Мне не сложно, вообще ничего не сложно. Лети, пакетик, лети! А, моя собака! Ой, извините. Покакать. Покакать? О таких вещах вообще-то не говорят. А я тебя спросить хотела кое о чем. Это так важно и так интригующе. Ой. Так а чего спросить-то хотела? А, забыла. Лен, мне срочно нужна твоя помощь. Наташа, ну ты не видишь, я занята вообще-то. Лен, прикинь, я еще одну дырку в ухе сделала. Да ладно. И что, так лучше слышно? Да, Лен. Так лучше слышно, да. Круто! Надо... Три дырки сделать! Я не хочу портить свое чистое тело татуировками! Здравствуйте! А можно мне вот сюда вот знак бесконечности? Значит, вот тут хочу бриллиантик. А еще можно, чтобы с руки вот стая птичек вылетала? Я хотела бы сделать татуировку, но вот я пока не знаю какую. А вы сможете мне подсказать? Вот ваш готовый эскиз. Это очень красиво, но вы знаете, я передумала. Я хочу вот сюда сердечко сделать. Больно! Девушка, я еще не начинал. Камера, мотор. Мотор. Да я хотела бы... Наташ, я тут подумал, нам нужно расстаться. Наконец-то! Наташа, слушай, я так подумал, нам нужно расстаться. Что? Расстаться? Ты чего? Я как дальше жить-то буду? Мы же жениться хотели! Я тебя с мамой познакомила! Вы уволены. Вы уволены. Все наладится. Все, что не делается, то к лучшему. Что мне делать? Вот он знак! Я ушел, буду вечером. Хорошо. Я никому не нужна. Уже 15 минут. А у меня знаешь, что случилось? Я пошла в магазин, купила белый хлеб. Хотела ему сюрприз сделать. Приношу, делаю бутерброды. А он мне говорит, у меня на белый хлеб аллергия. Не, нормальный он вообще? Bye.
я уже проснусь, как нормальный человек. Опять придется не накрашенной на работу идти. Блин, в последнее время прыщи какие-то повылазили. Что делать, не знаю. Ой, не знаю, у меня от природы чистое лицо. Нифиг фигню всякую жрать. Блин, что-то я в последнее время поправилась, вот теперь только салаты ем. Мне хрен такую же херню жрать, у меня вон фигура от природы идеальная. Какие-то плечи у меня широкие. Не знаю, у меня нормальные. Я вот чай без сахара пью. Я лично не хочу себе отказывать во всяких вкусностях. Ненавижу. Алло, Кать, а что вчера было-то, а? Я нифига не помню. Что? Это была последняя вечеринка. Вы меня поняли? Так. А ты? Слушай, а можешь за пивасиком сбегать, а? Ну и нафига я вчера так нажралась-то? Ой. Хорошо, я тут покушать заказала, ты что-то будешь? Не, не хочу. Давай. Ну я одну возьму, ладно? Угу. Ммм, вкусно. Еще одну. Ты пока супчик поешь. Так, ну с тебя 350 рублей. А ты можешь сейчас заплатить, а я тебе потом денежку отдам? Ау, ну ты мне еще за 2 прошлых раза не отдала. Слушай, ну мне через 2 недели зарплата, я тебе сразу переведу. Натусь, а у тебя есть зарядка для телефона? Да. Выдай, пожалуйста. Слушай, а может еще и расческа есть? Есть, давай. А может еще и блеск есть? Есть! Блин, дома забыла. А что такое забывчивая? По-моему, просто идеально. Красота! Давай еще вот тут чуть-чуть. Натусь, а у тебя есть тапочки, а то пол немножечко грязноват. Мокрый. А ты чего делаешь? А, я решила курочку на скорую руку пожарить. А это что? Так не люблю грязную посуду. А тут ты чего делаешь? У тебя немножко подоконнички пыльные. Слушай, принеси еще тряпочку, тебе окошки помою, они тоже немножко грязные. Ты меня достал! Забери свои вещи и вали отсюда! Ну что, пойдем чай попьем? Да, только тапочки дай, пол-то все равно грязный, ладно? Юка, не налазит, я жирная! Что? Кисуня, ты совсем не жирная, ты просто не на том режиме постирала, а выглядишь ты прекрасно! Ну все, не думай. Можно, я очень хочу. Давай с тобой, мы не уснем. О, спасибо. С тобой вдвоем мы эту ночь. Натусь, а ты можешь сфоткать меня так, чтобы вот ножки были такие длинные? Давай. Скажи, зачем нужно? Какие длинные, идеальные фотографии, спасибо. Блин, это такой классный топик с вырезом таким.